Так само швидко, як і Артем робить останні зусилля до омріяного 15-тисячного рекорду. А скільки осталось? То осталось! На шатырь, да? На шатырь. 2, 3, 4. 29, 30, 70, 90, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 тысяч! Давай! Мужчина! Разминка! Ты живый? Ты живый? Знаешь что, Артемка, я тебе хочу сказать, ну и Ваню, блин, такие конкурсы, чтобы мы тут все посывили за эти... Точно живы? Артем, разговаривай с нами. Не, я 5 минут только полежу. Не, ну ты полежишь, а потом мы встретимся с тобой... А Бедыль, скажи ты что-нибудь, скажи вообще. Не, подожди, хотя бы, ну подожди. Да ну здрасте, никак он вообще не разговаривает, дай человеку отойти, аплодируем. За 4 часа он это все. Это вообще, конечно. Артемка. Так, пошли, пошли. Оксана, держись. Оксана, пошли, пошли. Оксана, он сейчас помрет от наших комментариев. Пойдем работать. Я тебя поздравляю. Держись. Молодец. А потом сфотографируемся? Ну, когда доктор скажет, что тебе можно фотографироваться, мы сфотографируемся. Пойдем. Слушай, ну вообще просто капец. Фантастика. Знаешь что, Слава? Сердце не каменное. Согласна. Ну его в баню. Ну его в баню. Подтверждаю. Виснажливе випробування позаду. Весь цей час Артем ні на мить не забув, навіщо він сюди прийшов. Та чи стане чоловікові сили вислухати присуд суддів, які сьогодні відзначилися особливою категоричністю? О, Артемка з Альфа-Центавра. Ти знаєш що, ти сумасшедший взагалі. Та ні, нормально. Запредельно, для моєго розуміння. Спасибо. Как чувствуешь себя? Хорошо. Ну, просто когда заканчивал ты эту всю свою историю, ты зеленого цвета был там. Ну, сейчас уже нормально. Порядок? Что, покажи спину, пожалуйста. Косточки, да, натер? Ну да, немножко. Но не болит? Нормально. Ты терпеть. Доволен ты своим результатом? Да. Але, каким результатом, выбачь? Давайте спросим у представителей, да, реестра. Давайте. Рекордов. В першу чергу я хочу привітати Артема, тому що цю вправу, яку він представив на рекорд, є одна із найскладніших – це номінація «Виносливість», «Витривалість». Така вправа виконується в Україні вперше і, власне, аналогів немає. Вау! Може вважатися світовим рекордом? Так. Ура! І справді продемонструвавши велику силу волі, практично
дві останні години працював вже під нашатирним спиртом. Артем таки досяг свого результату 15009 разів витискання. Артём, честно, все трое из нас не верили в то, что вот это все возможно вообще. Мне кажется, что нормальный, обычный человек на такое не способен. Нет, тут ничего особенного, действительно. О чем ты говоришь? Это просто запредельные какие-то человеческие возможности. С точки зрения вытревалости, ты наивытревальнейший участник нашего шоу. За 5 сезонов. Казати ні рекордсмену, просто не піднімається язик. Я тобі кажу так за сьогоднішній виступ. Спасибо. Я присоединяюсь, безусловно. Это настоящий подвиг выносливости, который я, допустим, раньше никогда не встречала, поэтому да. Спасибо. Я понятия не имею, что с тобой делать дальше в нашем шоу. Понятия. Но скажу, что у тебя сегодня 3 «да». Спасибо. Этого не может быть. Нет, я сегодня раз 15 сделаю из принципа перед сном. Фантастика. На шатырь не забудь. Все, класс. Артем Казаков стал рекордсменом. Да. Спасибо тебе огромное. Я в восторге от тебя тоже... и от твоей выносливости. Артем тільки зараз поволі приходить до тями і намагається повірити в те, що все це сталося насправді. А ошелешені судді і глядачі згадують, яким непередбачуваним вийшов цей день на головному шоу України. Куди приходять звичайні люди, здатні переконати кожного, можливо, все. Я говорю так. Танец нереальный. Ну, спасибо вам большое! Якщо не все виходить з першого разу, головне вірити. Вірити до останнього.